По местам! Помимаю у нас. Что там, все паспорта зажали, нет? Я думаю, паспорта не нужны, уже не понадобятся. А ты прав. Да не орите! Это был момент, когда я очканула. Нормально. Ой. Ну что, Машка, давай передадим привет всем. Остался в душных офисах. Хватит сидеть там. С вами команда Lost Gravity и Северо-Кавказское географическое общество. Мы едем на самой проходимой машине в мире. Чёрт, куда? Да, мы едем на ГАЗ-66 к нарзанам. Да какой ЗИЛ? ЗИЛ. ЗИЛ тормозил бы тут. Нет, это ГАЗ, потому что он жмет только на ГАЗ, и других вариантов здесь нет. Мы едем в район ледника Шаурту. Ну, чуть попозже мы туда поедем. В настоящий момент мы пробираемся к нарзанам Техтигена, фактически кабардинским боржоми. Оставайтесь с нами, потому что мы продолжаем. Peace.